Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости моего канала. Итак, опять премьера песни, в этот раз очень интересная. Сами услышите, не буду раскрывать всех тайн. Вот. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы цените мое творчество. Любите? Спасибо вам за все. А итак, теперь песня новая, свежая. Для вас, мои дорогие. Под снегопад, под шум метели, слеталась тучей воронье на кости стаей. Налетели и, как ни странно, повезло, и каждая из них ворона старалась быть хитрей, сильней. Добычи, видимо, немного, а кто сильнее, тот сытней. И ухватил свою добычу, не уступая никому. Одна сильней, другой покрепче, всех отгоняя на ходу. Метелила поземкой крыла, ей ж повороны, как до фонаря. Зима видать с ума сходила ко мну прихода февраля. Метель мила, поземкой крыла, ей что вороны, как до фонаря. Зима, видать, с ума сходила канун прихода февраля. Казалось, будто они вместе, и голос случай непростой, делясь добычей, может честно поднять добычу у другой. Зима хотя и отступала, а снегопады вновь пришли. Под снегопад воронья стая кушала щедрости зимы. Нет в этом случае соблазна добычи в этой. Ничего, с воронами и так все ясно. Зимой труднее и всего. Метель мила поземкой крыла, и что вороны, как до фонаря. Зима, видать, с ума сходила канун прихода февраля. Метель мила поземкой крыла, ей что вороны, как до фонаря. Зима, видать, с ума сходила канун прихода февраля. Итак, друзья мои, спасибо вам за то, что вы послушали меня очень внимательно. А
отнеслись с уважением к моему творчеству. Спасибо вам всем. Большой поклон от меня вам. До новых встреч. С вами был Алексей Доктор Леш, ваш верный слуга. Спасибо вам большое. Пока-пока.